Модуль ЗОТА GSM для котлов ЗОТА. Так, антенна и сам модуль. Вот так он выглядит, друзья. Сюда сим-карта. Все, сейчас будем ставить. Вот в этот вот шкафчик сейчас мы ставим GPS модуль. Снимается он вот так просто. Раз и все. Так, а теперь смотрим на смартфоне ZOTANET приложение управления котлом. Заходим. Вот такое приложение. Открываем демо режим. Друзья, смотрим, что мы здесь можем. Значит, режим работы котла, управление, мощность котла, температура, датчик, если он есть, температура теплоносителя, ну, теплых полов, если они есть, и так далее. В общем, все. Все ошибки будет он сообщать. Кстати, можно еще им управлять и методом СМС отправки сообщений. Так, ну, допустим, так, то есть здесь можно до 3 номеров подключить и всей семьей, короче, управлять как хотите. Ну, допустим, поднять температуру, да, там, настроить, да. И, пожалуйста, температура в помещении, если есть датчик, температура воды в котле, антифриза или что угодно, мощность котла и окей. Вот так, друзья, очень все удобно. Сняли. И теперь идем устанавливать. Ставим. И реально закручиваем. Все. Сюда вставляется сим-карта. А вот сюда вставляется SD. Обыкновенная, ну, флешка. Для обновления котла программно. Друзья, вот она на магните. В любое вообще место. Сюда, можно даже на гидроаккумулятор ее присобачить. Куда угодно. Но мы ее пока поставим вот сюда. Мы установили GSM-модуль на котел ZOTA MKS-9. Все, теперь закрываем сейчас котелочек и включаем. Так, включаем. Бам. Пожалуйста, друзья. Все заработало. Сюда теперь осталось только поставить симочку и зарегистрироваться на телефоне.